Алло. Мы сейчас готовимся к областям. Дальше. Игорь Анатольевич, как вы себя чувствуете? Я хотел бы верить, что люди уже устали от всего этого. И должны уже как-то найти в себе силы вступать в диалог. Потому что без диалога мы, собственно, зайдем в такой тупик, из которого нет выхода. Українська сторона в рамках виконання пункту 5 Мінських угод передала 306 осіб задля звільнення 74 героїв, які незаконно утримувалися на окупованих територіях, тих, хто більше 2-3 років навіть. Так, полковник, к автобусам ведемо.